по заявочкам, скажем так. И что, будем начинать, наверное? Сейчас поставим запись и погнали. Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами Каспер, с вами ProDota. У нас игра фото против год. Вот, фото против год. Сейчас я только хотел буквально вот мирку включить. Войска вступили в бой, я это понял. В рамках турнира Intel Challenge. Ну и что у нас здесь? Видимо, пики сейчас у фоты. Это Шейкер, Морф, Омник, аппарат ИВД у нас убежал. Вот он. Так, залетают сразу же ракетки. Чекают, что тут, кто тут. Ну, кто пойдет наверх, кто пойдет вниз. Пока что ничего этого не было спалено. Ну ладно, скажем про пики пока что у команды год. Это ТХД, это антимаг, очень интересно. Лина, Бетрайдер и вот этот вот тоже парень важный. Немаловажный для команды инициатор, очень суровый. Такс, ладно. Смотрите, вниз у нас ушла трипла. На легкую отдали Омнику. Соло-Омник. Интересненько. Не, ну Омник, что он там, Сол Ринг или что-то в этом духе, насколько я понимаю. Да, Сол Ринг и погнал. Что самое интересное, это просто, я не знаю, как попроще вот выразиться, что ли, из пустой в порожнее переливать, потому что он переливает себе ХП ману, а потом ману в ХП. Вот мне просто интересно по показателям посмотреть, сколько сакрифайсит Сол Ринг маны и сколько ХП там все-таки идет в хил. Вот просто интересно посмотреть такое соотношение. Ладно, что у нас здесь? Что у нас здесь? Так, у нас здесь сверху трипла ТХД, антимаг и Лина. Ну и тут у нас Бэтрайдер против аппарата на мидле. Бэтрайдер очень плотный, поэтому аппарату будет чрезвычайно, я думаю, сложно против него стоять. Тем более, что маслом будет поливаться вот этот синий дядя очень-очень активно. И поэтому просто он даже не сможет толком повоевать. Бэтрайдер придет, навешает пару подач и до свидания. Может быть, там потом погорит на него маленько, но суть от этого не меняется. Будет тяжело стоять тут, я думаю, аппарату. Да, Макдес у нас как раз вот фото Макдес. Играет на этом персонаже. Сейчас мы тоже разберемся, кто тут на ком. Так, боже, эти. Дай, фото, дай. Сейчас посмотрим, как Шейкер будет кричать. Дай! Или не дай, я не знаю. О, вот смотрите, поменялись, да, у нас Омник внизу, сверху тут трипла на триплу, все спокойненько. Ну, просто Омник тут один бы, ну, как бы помягче выразиться, абсолютно никак не устоял. Его просто загнобили бы моментально. Там станы, минус мана. Вот главное, что минус мана, да, вот у этого парня. То есть он там два раза бы рванул на третьем левеле. Вот сейчас смотрите, у нас интересный харас Коика. А вот теперь уже Марфу. Марфу угрожала опасность. Сразу же юзнул вейв, улетел. Все спокойненько. Так, 2-0 у него, 2-1 у Марфа. У него, я имел в виду, именно у антимага. Тут опять вот это масло. Это просто, я не знаю, такая жесть. У Бетрайда, посмотрите, второй стак и погнал нарезать. И, ну, ничего не сможешь ты сделать. Лучше, честно, не воевать в такой ситуации, а сразу же давить на педаль. Потому что ничего хорошего не произойдет, скажем так. Ладно, что у нас здесь? У нас здесь есть Омник. У нас здесь есть Омник. У Омника сколько тут? 3 на 4. 5 на 3 у Клокверка. Там все более-менее ровненько. Ну, а вверху Морф. Не то, что фрифармит, тут и антимаг вот немного неприятно находиться. У него, в принципе, только дровоежки для регена, так что особо им не похарасишь и не подходишь к крипам, не подынаешь. Так, ладно, на центре что у нас здесь? 5-3, 4-3. Тоже практически идентичная ситуация. Пулятся крипы Шейкером. Тут Вич-доктор только говорит, я знаю, ты один не сможешь запулить, я тебе помогу. И оставили Морфа одного. Не знаю, правильно это или нет, но Морф просто не будет сейчас пока подходить, я думаю. Что, чей-то вард мне стоит, мне просто интересно. Ага, понятно. Вот, началась битва. Морф отхватил, вот просто незаслуженно отхватил. Точнее, заслуженно, наверное. Потому что подошел в не такой уж необходимой ситуации к тому крипку. Так, 10 на 5 у нас у Омника. У Омника, я понимаю, скоро будет Soul Ring. Так, что у нас здесь? Ага, смотрите, как очень интересно тоже поступает. Несмотря на то, что крипов от пули оба. Шейкер такой, я вас заберу, у тебя крипа. И еще такое, я не знаю, что они там решили помериться, может, чем-то. Ну, в общем, не знаю, наверное, Марфу это все-таки было более нужно. Хотя, не знаю, парням виднее.
Все-таки здоровая конкуренция ни к чему плохому пока еще не приводила. Так, 11 на 5. Что у нас здесь? 14 на 4. Клокер пока немного поярче стоит. Ой-ой-ой, очень опасно сейчас Марфа прессанули. И рейка хорошая, это от ЕСа. Ну, Коеку сейчас, конечно, будет очень несладко. И, скорее всего, он тут даже умрет. Нет, есть стан, есть сразу же лед от ТХД и ФБ. ФБ именно за Марфом забирает он Коека. Ну вот у ВД мало маны, ему догорел последнюю ману только что. Вагина. Вагина уже хотел сказать по привычке, потому что я его все время так называю, когда мы играем где-то. Такс. Ладно. Что у нас здесь? Так, Муга. Тут у нас что? Red Star. Ага. Что у нас? Макдес, смотрите, стычка, но он тут не выживет, это однозначно. И антимаг погибает. Хорошо. Максимум выжил из ситуации Макдес. Если бы он забрал еще Магину чуть-чуть быстрее, было вообще шоколадно, ну а так. Ну, не самое страшное, я думаю, все с мной согласятся. Так, был там сейф. И что, погнали, 15 на 6, 21 на 5. Смотри, несмотря на то, что у Омника есть там и хил, и он там может АОЕ подфармливать, но Клокверк получше пока что с этим делом справляется. Тут у нас в очередной раз пулятся крипы. Морф 13 на, сколько там, на 6? Да, 13 на 6, уже у него есть базилка. ТХД, ну, понятно, тут смог больше ничего. Мне интересно антимаг. Антимаг вообще очень жесткий персонаж, и при правильной сборке и при хорошо вовремя нажатой автоатаке может убить всю команду. То есть там остается только блинкаться от одного к другому, чтобы время бегания максимально сократить. Так, газа денайл. Смотрите, смотрите, гонится ведь Омник. Не стал сбивать банк. Он, точнее, просто вовремя очень нажал Клокверк. И поэтому так получилось, что и Омник нажал убегать, и Клокверк нажал хилиться. И поэтому, ну, не получилось как-то сбить. То есть подловили друг друга. Такс. Говорят, почему Хускара не пикают никогда? Я не знаю, наверное, потому что он легко контрится некролитом. Ну, можно, в принципе, да, некролита забанить, там взять Хускара. Ну, в принципе, такой вариант возможен. Тут, смотрите, у нас очень интересный момент. Замерзает Бутрайдер, Firefly, в сетку схватив Макдеса, но не получилось сделать фраг. Так, Омник у нас тут убегает. У Омника уже есть Soul Ring, то есть с маной у него особо проблем быть не должно. First Blood у нас, да, был счет 1-2. Я просто хотел посмотреть, какой счет, потому что давно что-то не было видно смертей. Ну вот. Так, что у нас здесь? Так, хорошо, сдувают. Отлично, сдувают. Сейчас антимага. Говорят, на ком Сиэль играет? Я не знаю, я тут не вижу этого. А, вот Сиэль. Сиэль играет на ВД. Точно, точно. Сиэль играет на ВД. И пока что там вроде бы все хорошо. Все пока ровненько получается. Что у нас здесь? Так, на центр. Так, на центр делается ТП. Прибежал сюда антимаг. Что ему сказали, что тут халявы больше, что он сюда прибежал? Ну, судя по всему, именно так. Не знаю, просто, скорее всего, против Макдеса ему сейчас будет стоять более комфортно. Он уже четвертый уровень. Скорее всего, у него прокачан просто уже щит, ну, защитный барьер. Не помню, как он точно называется. Или Magic барьер, или что-то в этом духе. Но резист просто огромный. Худ просто нервно курит в сторонке по сравнению с пассивкой антимага. Такс. Шейкер. Шейкер поставил, но сейчас на него тут тоже поставят. По полной программе, потому что на него уже вешается третий стак масла. И сейчас тычечка Бэтрайдера даже не долетела над него. Погибает Наздай. Сейчас становится 2-3. И Морфу, наверное, стоит все-таки держать нажатой кнопочку вейва. Потому что сейчас на него начинают врываться. И сразу же хватает в сетку. Но вот не успевает он сделать этот вейв. И не успеет. Вот это, конечно, жесть. Это жесть, друзья. Ну, все, теперь вроде бы все спокойненько. Так, что у нас тут? У нас тут 35 на 14, 17 на 3 у антимага. Антимаг, я не знаю, он как кочевник. Бегает по линиям и только зря деньги тратит, по сути. Вот Омник хорошо вообще себя тут чувствует. Абсолютно уверенно и без... Так. Говорят, фото дота проиграет. Ну, посмотрим, посмотрим. У нас две игры. Бо 2. И мне будет тоже очень интересно посмотреть, что, как и к чему вообще. Так, что у нас тут? Ой-ой-ой-ой, как опасно! И антимаг делает блинк! Вот это жесть! Вот это жесть! А ведь мог умереть, если бы не блинканулся. Если просто бежал на ноге, то мог ведь и умереть сейчас антимаг. Очень четкий момент. И не растерялся.
Не растерялся. Магина. Так, что у нас здесь? У нас тут Марфа прессует, причем очень неплохо. У него крипстатс уже далеко не самый хороший. Тут 9-я минута, а у него 23 крипка. Вот сейчас смотрите, на него будет врыв. Если Бетрайдер его поймает, а Бетрайдер-то его поймает. Да есть же ж! Убивают, убивают год. Не подумайте, что я за кого-то болею. Просто вот мне так нравятся эти моменты, когда все до миллисекунд. И тут, ну, конечно же, Сиэль тоже погибнет, потому что не вариант, не вариант. Бетрайдер под ДД, 130 дамаги с руки, а ВД он такой худенький, скажем прямо. И, ну, вот есть репел или нет? Если есть репел, еще может быть и уйдет, потому что... Ой-ой-ой, хорошо залетело! Хорошо-то залетело! Да, есть репел, уходит, но остается у него 220 хелсов, и сейчас, если Бетрайдер его нагонит... Нет, есть морф! Хорошо, залетает морфила, и теперь уже Муги нужно уходить, на него кидается колдфит. Вортекса, кстати, не было, что... А, не, был Вортекс, прошу прощения, да, сразу же под него просто еще есть один, ну и тут вейв. Отлично, отлично справляется. Даблкил для Марфа, очень нужный даблкил, так как его гнобили очень серьезно. И нужно как-то компенсировать вот это вот недостаток крипов, недостаток фарма и недостаток экспы, безусловно. Но пока что получается это у них делать очень неплохо. 5-6 у нас счет. Такс, и что у нас тут вообще есть? Так, у него есть ПТ, у него есть базилка. У Омника Soul Ring фаза, вот очень неплохо, потому что по Омник мало... того, что у него это аура замедления. Так, плюс еще и фейзы, это называется, догоню, замедлю кого угодно. Говорят, даже Каспер не спайкает. Ну, да, да, я знаю, потому что я сделал все, как было раньше. И, по идее, должно быть круто, отлично вообще Макдес все сделал. Да и Шейкер вообще просто красавчик. Ну, у Лины вариантов было немного, потому что Рейку просто и воткнули прямо в живот, и она туда даже толком бы уйти вряд ли смогла. Не знаю, с какой стороны текстуры она появилась, потому что прям просто вот зажала ее между текстурками. Но, тем не менее, ульт Макдеса завершил начатое. И, смотрите, начинают быковать. У них Найт, все правильно делает Ред Стар. Вышка тут сейчас будет умирать, потому что там подъезжает катапульта. Гонит под фейзой. Тут сразу же прибегает еще Шейкер. Еще тут есть рядышком у Макдес. Ну вот Рейка и все. И до свидания. ТХД. Сбривает его тоже очень быстренько. И такой ни разу не паленный стил от Рокстара. От Ред Стара, прошу прощения. Бетрайдер немного не успевает. Так, тут у нас Сиэль. Ой, притягивается к нему очень жестко. Сразу же кидает он Маледик. Должны быть там банки какие-то. Я не знаю, может они уже есть. Есть ульт от Омник Найта. Сразу же Бетрайдер хватает. У нас Шейкера утаскивает его к себе под тауэр. Тут в это время начинают убивать Лину. Хорошо, Макдес уже на киллинг спри. Бетрайдер там утащил Шейкера. Но Шейкер уже вернулся. Сразу же репелы там вот это еще пало. Он своей чудодейственно подхилялся, и сразу же все у него нормализовалось. И тут, смотрите, Red Star продолжает гонять команду год. И сейчас придут ведь и навешают вот этому клокверку наглому. Да, сейчас должен быть там Cold Fit или Vortex, ну хоть что-то. Или просто маны нету. Нет, есть мана, значит что-то должно уже быть. Да, вот есть он Cold Fit, скорее всего сейчас замерзнет. Нет, не замерзает клокверк, но там на фейзе, я думаю, его замучает. Да, замучило все-таки Red Star. У нас еще, кстати, есть вот секси бомбоя. Не знаю, как точно этот ник читается. Но, в общем, Макдес... Нет, уйдет отсюда Макдес. Несмотря на то, что он горит очень серьезно. Ай, нет, посмотрите, какой дэмэдж-то получает. У него в стике всего 2 заряда, 3 заряда. И нет, погибает мана Омник Найта есть. Но Лина все, сейчас... Ох, не успела дать стан Лина. Тем не менее, Омник сейчас залетает лед. 58 хилсов. Силь дает хороший... Отлично топнул Шейкер-то. Не знаю, у Лины есть мана. Да, и как вообще этот Dragon Slave жестко-то прошелся. Остается такие лоу хп, но Сиэль выхиливает. Все круто. 6-12 счет. А смотрите, что самое интересное, это то, что вот этот паря, он все это время фармил. Хотя, смотрите, у него 38 на 4. Не знаю, сколько там продолжалась драка. Ну, 38, в принципе, не так уж и плохо. Думаю, вот не успевает, да, побегать крипков. Морфила участвует в замесах, это тоже приятно, потому что он не особо умирает. У него там 2 смерти, кажется, да, у него 2 смерти, это не так много. Антимага тоже, кстати, 2, но антимаг не участвует в замесах. Он должен уступать, по идее, по XP. Он только 6-й, морф уже почти 10-й. Это реально круто. Да, морф уже почти... Ой, морф. Антимаг почти 7-й, но это не так уж и важно. Так, что у нас здесь? ЕС. ЕС с Аркана Бутсом и...
Так, портать сюда Омник, хорошо, Фейзы. Так, Вортекс был только что под ТХД, но уходит, уходит. Тут у нас врыв под Тауэр. Посмотрите, тут усилия. Ой, да есть ведь мана. Не знаю, в чем проблема. Может быть, стоило сразу же включить хил. Да, залетает сейчас, кстати, ульт аппарата, но не в ту степь. И как-то, я не знаю, то ли немного недопонимание какое-то было, то ли что-то вот такое случилось. В общем, надо было, наверное, все-таки включать хил и стоять вот именно в той точке. Ну, это уже должна быть жесткая какая-то сыгранная, жесткий тимплей. Тем не менее, смотрите, тут зажался сам себя Бэтрайдер. Колдфит, понятное дело, его замораживает, потому что он практически на месте так и остался. Счет становится 7 на 13. Легко его там сбривает. Тут смотрите, Омник, Омник как гоняет. Вообще его в клетку закрыли. Омник тут, да давайте я и в клетку с вами пойду. Иди сюда. И молотком, молотком. Бедную женщину по спине молотком. Да за что же это вообще такое? Что это за изверг? Этот Омник Найт. Но... Такое здрасте. Еще и вам можем навешать. Тут гаечный ключ против молотка. Что же все-таки круче, кувалда или гаечный ключ? Сейчас мы и разберемся, что к чему. Тем более, вот сейчас смотрите, от Макдеса отличный ульт вовремя. Сейчас еще одна тычка и должен будет умирать. Да, вот так именно и происходит. Сразу же есть хил, клетка проходит и уходят, уходят. Так, у нас здесь вышка должна сейчас погибать. Погибать должна вышка. Так, тут у нас уже есть Бэтрайдер. Хорошо. Так, Шекер просто по КД напрягает. Это очень-очень похвально, потому что, ну, лишнего здоровья никогда не бывает. И такое дело. Что это такое? Что это вообще за чудо-юдо тут затерялось? Потому что, ну, реально, ему Маледикт сейчас повесили. Не знаю, какой там, может быть, второй или первый. Что тут вообще антимаг забыл? Это вообще что-то пока непонятное происходит на карте. Но вот пытаются забрать сейчас Ред Стара. У него еще 500 здоровья цело. Кидает он на себя РПЛ, чтобы Лина его не прорубила с ульта. Сразу же врубает свой собственный ульт. Начинает дико-дико регенить. Тут лед, тут РПЛ и все что угодно. Залетает ульт аппарата. Хил! Какой в тему вообще был хил? Но, тем не менее, погибает он. Забирает его ракета Клокверк. Ох, как четко тут все было сыграно. Отличный ульт аппарата и, конечно же, в добавочку ко всему этот хил был очень-очень жесткий. Сейчас должен быть вейв у Морфа, потому что там все очень четко пробрито. Да, вейв и отлично. Уже киллинг спри у нас у Морфинга. Не знаю, вот Макдес, наверное, не стоит тут стоять так под вышкой, а то она бедная еще как переключится, не дай бог на него, и все, и до свидания. Так, ладно, продолжаем. Все, все выхиливаются. 8 на 18. Антимаг тут носится, просто не понимает, что ему сделать. Ну, как бы так помягче выразиться. Вариантов у него немного, ему надо уходить. Так, все, все рассосались. Все рассосались. Что у нас по вышкам вообще? Так, все вышки целые у команды Фото. Насколько я понимаю, да, именно так. Слушайте, а вот у команды ГОТ нету первой линии тауров и нет второй вышки вот уже на верхней линии. То есть это 4 таура, это очень много по деньгам, так как идет всего лишь 17-я минута игры, а у нас уже 26 фрагов было. Это очень круто. Такс. Все, все. Так, смотрим дальше. Что у нас здесь? Клокверк. Клокверк ключом ходит, бьет, нормально с ним все. Так, реген у нас за шейкером. Сейчас он отдаст Нет, отдал банку, да? Да, отдал банку попить. Ну, в общем, все круто. Разобрались ребята. Так как и надо. Тут у нас летает в лесу ТХД. Кстати, что у нас по вардам? Да, есть варды как у одной, так и у другой команды. Сиэль ставит варды от команды Фото. Ну, для тех, кому это интересно, потому что вот именно на нем как-то акцентировали внимание сегодня. Вот Мирка, по крайней мере. Не знаю, смотрит ли меня там кто-то из Мирки или нет. Потом мы после игры это увидим. Ушли на Рошика. Ушли на Рошика. Ну и пока что... Не знаю, догадывается об этом или нет. Да, догадывается, догадывается. Прилетела ракета, вот то, чего я и хотел узнать. Говорят, дебютный матч. Ну вот, вот может быть именно так. Что, Рошана? Нет, не надо его забирать, конечно. Нужно просто идти сейчас убить центр, и будет все вообще очень-очень круто. Да, смотрите, сейчас под смоуком начинает врываться, сразу же залетает банка от Сиэля. Хороший ульт от аппарата должен пролететь. Да, отлично, попадает по Бэтрайдеру, но Бэтрайдера больше нечем зацепить. Кидается Валор на Клокверка, или Клокверк... Нет, именно на него, да, прошу прощения. Погибает Наздай, гонится тут Клокверк за Сиэлем, забирает его вообще. Бэтрайдер тут летает, он загорел, тут пол леса уже. Макдес ничего почти не может сделать, у него остается 400
90 хп, его хватает сетку и килл, хороший хил, просто най, сразу же колдфит, должен быть вортекс, отлично, есть вортекс, и что вообще творят эти фото, тут даже морфа толком-то и не, пришел морг, говорит, ребят, вы что, без меня воюете? Говорит, а я, а как же я? Я же тоже хочу повоевать. Хил был вообще просто, просто найс. Так, что у нас здесь? Так, здесь все-таки вот Омник пришел и хочет сам в соло забрать Роша. Ну, не знаю. У него это, на удивление, еще неплохо получается, по крайней мере, убивать ХП этому парню. Вот, кстати, против Рошана Cold Feet вообще, наверное, одна из самых имбовских тем, потому что, ну, мало того, что демедж, так плюс еще и вот замерзает негодяй. Так, что у нас здесь? Немного непонятно куда. Ну, я, может быть, что-то пропустил. Не надо на меня сильно кричать. Залетает, кстати, у нас тут ракетка. Проверяет всю эту контору, палит ее. Есть еще у нас Валор сюда повесили на Рошика. И что, будет под смоком рваться. Вот Лина, в принципе, может навести там шороху, хотя она всего лишь 7 уровень. То есть у нее там 3-4, даже 2-4, да, есть прокаст. Ой, и как она четко, как четко вообще РПЛ. Омник на себя повесил весь прокаст Лины. В никуда, короче, ушел. И, ну, это печально, потому что Рошана сейчас-то заберут, скорее всего. Хотя вот сейчас Бэтрайдер врывается в наглую, говорит, парни, я тоже могу вашего Рошана забрать. Хватает сразу же Омника в сетку, сразу же Омник хил, погнал РПЛ, и давай-давай-давай нарезать антимага. Тут очень четко поймали, антимаг блинкуется, и Шейкер вовремя топает, и ну дай же ты ему тычечку еще одну, есть, погибает антимаг. Гонится теперь уже за клокверком, попадает ультом Макдес, Макдес уже Wicked Sick, ну и ТХД тут не должен уйти, его тоже просто сдувают. Только мокрое место остается на месте трупика ТХД, минус Рошан. И... А, тут еще Бэтрайдер есть, точно. Вообще, забыли про этого парня, он тут что-то завис в воздухе. И сразу же Cold Feet, есть Firefly. Морф очень сильно, кстати, горит, у него 150 хп остается. Сразу же врубает перекачку и правильно делает. Потому что мог он тут и умереть, если бы Бэтрайдер развернулся и дал бы парочку подач. Так, что у нас тут? Такс. Так, 19 на 0. Ну, это не так уж и важно. У Бэтрайдера у нас только брасер и ботинок. Лина смог бы тапок, ничего интересного. У антимага, по идее, уже должен быть там что-то типа вангварда, да, и фейза. Именно так и есть. Омник вообще просто, посмотрите на Омника. У него Владимир, у него барабаны. Посмотрите просто на список аур на Омнике. Это вообще, это жесть. Плюс еще там фейзы, Soul Ring, то есть он там все поврубает и как погнал, короче, нарезать. Ну, и про Soul Ring, конечно же. Так, у Марфа есть уже Манта Стайл. Это тоже, безусловно, очень-очень приятно. Ну, базилка, ПТ, это, конечно, тоже все очень круто. Так, у Макдеса почти уже имеется Хекс, то есть скоро там будет ультима Торба. И до свидания тот же там Клокверк. Ну, в общем, либо кто будет пытаться убежать. Вот в чем вся прелесть сейчас Омника, в том, что он, ну, реально, как бы, может сейчас пойти и в соло заколбасить тут почти кого угодно, так как он 15-16 только что получил, сразу же поливает его маслом. Потом я разберусь с левелами, сразу же Cold Feet, отлично, Vortex врубает ульт свой Омник. Не знаю, насколько это было актуально в той ситуации, но, тем не менее, Monster Kill уже у Макдеса. В центре у нас там тоже какая-то машина. Нет, это морф у нас. Ой-ой-ой, тут шейкер идет. Идет шейкер, шейкер с даггером, вот что самое главное. И сейчас, вот как только эти ребята немного хотя бы кучканутся, сразу же, я думаю, их ждет погребение на том же месте. Ну вот 16-й Омник, 11-й Бэтрайдер и 11-й антимаг. То есть 5 левелов разница, я думаю, вы ощущаете, да, что это вообще такое. Морф еще тоже 14-й. То есть вообще очень все пока что классно у команды фото. Тут как ракетками пытается отдефить Клокверк, набить дамаги по крипам хотя бы немного, чтобы... Ну, тут просто есть Омник. Омник пришел, Омник похилялся, и все, минус по волны крипов. Вот тут неплохой прокаст от Лины, сразу же Cold Feet, сразу же Vortex, Рейка замерзнет, тут Лина, еще и Шейкер блинкуется, и хорошо, ну, отдает его Марфун, точнее, не знаю, там Омник бы забрал, скорее всего, этот фраг, если Морф не добил. Но, тем не менее, битва у нас тут завершилась, Бэтрайдер залетел, вот сразу же летающая курица у нас тут сеткой просто...
курица на сетка. Погибает у нас Бэтрайдер, и Омник Knight продолжает погоню. У него есть Эгис, не будем в этом забывать, что умирать ему тут, в принципе, вариант очень даже и неплохой. Залетает ульт от Макдеса, и попадает Godlike уже Макдес. Омник, я не знаю, ему, наверное, уже лучше умереть, а то такое количество хп, пока он себя восстановит, и Новый год наступит. Да-да-да, вот сейчас... А, нет, все-таки решил похиляться, да, пишут тут ГГВП. И, друзья, это... Ну, это реально ГГ, что тут можно еще сказать. Поздравляем команду Фото с первой победой. Такс. Ну и что? Давайте смотрим вторую игру, наверное. Сейчас мы выходим и смотрим вторую игру. Сейчас только осталось.